Друзья, всех приветствую. Будет двойник. Один матч будет у нас с Лиги Конференции. Первый — Копенгаген. И матч с Лиги Чемпионов АПЛ. И Буди Глимт отдельно с Лиги Чемпионов. Смотрите видео. Приветствую, уважаемые подписчики моего YouTube канала. Сегодня у нас продолжается Лига Чемпионов. Вчера дал небольшие прогнозы. Все ставки зашли. Вот, угадал два точных счета. Динамо Киев 1-1. И угадал. Как угадывал? Я их не угадывал. Так вам скажу по секрету, что я их знал. Ну не все я знал. Я не знал, что Карабах 1-2 сыграет. Я думал 1-0-0-1. Как-то так. Ну не суть. Я туда и не грузил ничего. А сегодня другой день. Поговорим о новых прогнозах. Матчей много. Ну, как? Вчера больше было. Выписался, вот в чем уверен. Слован АПЛ. Не хочу в исходы лезть. Думаю, Слован не проиграет. Хочу заиграть тотал больше 8,5 угловых. Потому что АПЛ все-таки Кипр атакующего плана команда. Ну, скорее всего, забьют и не пропустят. Точный счет 1-1. Вот, тотал больше 8,5 угловых прогноз. И добавим к этому событию Ягеллония Буди Глимт. Буди Глимт в атаку играет. Очень крепкий клуб. Скорее всего, забьют и пропустят. Тотал больше 1,5. Буди Глимт не проиграет. Индивидуальный тотал больше 4,5 угловых. Считаю, адекватная ставка. Добавить к матчу Слован АПЛ углы. Получим коэффициент выше 2. Поставьте лайк, добавляйтесь к нам в группу в WhatsApp. Номер скоро буду размещать. Удачи! По поводу точного счета Буди Глимт. Очень сильный клуб. Они обыгрывали Рому. Я считаю, что больше одного, прям вот 1,000,000%. Вот такую ставку можно 1,000,000 ставить. 100% они забьют. Вот 100%. Вот. 2-1, думаю. 2-1, 3-1. Вот такие счета видятся. Команды, которые играют в атаку, забывают про оборону. Из-за этого цифра 1 спереди перо. Очень хорошо разбираю матчи. Очень хорошо понимаю в них. Кроме РПЛ. Ну и то, Спартак у меня был. Было видео. Я просто его не выложил на этот канал. На другом оно было. Вот. Я говорил, 2-1 они выиграют. Итог 3-1. 3-0. Извиняюсь, быстро разговариваю просто. Тороплюсь. Там Диман что-то ждет, может, сегодня он на канале будет. Купил мне энергетик, стоит, ждет. Хочет чувак на море съездить. Ну, какие проблемы. Друзьям помочь не жалко. Я ему 3 ставки вчера дал, 2 зашло. Не зашли эти. Но он ее поменял на, просто взял ком-1, забьет. Славия Прага. Не Славия Прага, Славия Прага сегодня. Этот. Ну, тоже Прага, короче. Короче, Праги играют одни. Где наш Зенит? Где наш Краснодар? Все будет, все будет. Пока.